Проект телеканала «Губерния» «Генерал-губернатор» стал победителем конкурса культурной журналистики «Искусный глагол». Конкурс организован Государственным музеем «Эрмитаж», фондом «Потанина» и фондом «Проорте». Уже 8 лет «Искусный глагол» выделяет лучших журналистов, которые освещают темы культуры в своих регионах. Подробности в следующем репортаже. Авторский проект Натальи Смолениновой «Генерал-губернаторы» рассказывает историю Хабаровска во времена Преамурского генерал-губернаторства с 1884 по 1917 годы. Каждая серия посвящена периоду работы конкретного генерал-губернатора и особенностям городской жизни. Где искали жен первые переселенцы, как уживались с коренными народами и азиатскими соседями, почему прислугу набирали из каторжан и что можно было купить в магазине. Тогда Хабаровка была окружена одной сплошной непролазной тайгой. До того же Владивостока сегодня мы можем долететь за час на самолете, а тогда до города у моря добирались аж целых 2 недели. В этом году проект «Генерал-губернатора» стал победителем конкурса «Искусный глагол». Всего в конкурсе участвовали 130 корреспондентов и блогеров из 4 федеральных округов. В финал вышли 35 авторов, для которых организаторы провели обучающий тренинг в центрах-спутниках Эрмитажа в Казани и Омске. Цель конкурса – это развитие, поддержка и повышение престижа культурной журналистики в регионах России. За 9 лет существования конкурса победителями становились около 200 журналистов из разных городов нашей страны. По итогу обучения жюри, в составе которого редакторы и журналисты программы порталов о культуре, руководители центров-спутников музея «Эрмитаж» выбрало 4 победителей, среди которых и проект «Генерал-губернаторы». Тот факт, что наша региональная история стала интересной не только аудитории Хабаровского края, но и жюри из других регионов, говорит о том, что мы все сделали правильно. Нам, дальневосточникам, есть чем гордиться, и мы, как журналисты, должны популяризировать локальную историю и культуру. Победители конкурса «Искусный глагол» будут награждать в декабре, в день рождения Государственного музея «Эрмитаж». В копилке телекомпании «Губерния» уже есть одна награда. В 2019 году проект Натальи Смолениновой «Пойдем в музей» также был признан лучшей телепрограммой о культуре. Ольга Горбунова, телеканал «Губерния».